В Сочи назвали победителей конкурса среди региональных телекомпаний «ТЭФИ Регион 2014». Жюри отсмотрело почти 500 работ в 19 номинациях. Стать победителями мечтали авторы и ведущие почти сотни каналов из всех уголков России. Но одна из 19 статуэток «Орфея» отправилась в Киров, холдинг «Медиа-9». Подробности в сюжете. Победителем в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа» становится программа «Точка зрения». «Девятка ТВ», город Киров. Среди номинантов были лучшие программы с телеканалов Красноярска и Петербурга, но все же кировскую точку зрения жюри самого престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион» признала лучшей из лучших. Мы уже здесь не первый раз, и каждый раз убеждаемся в том, что здесь важна не столько победа, финал – это уже победа. Тройка финалистов – это уже победители. Выпуск «Победитель» вышел в эфир весной этого года. Тогда перенос центрального рынка в Кирове не обсуждал только ленивый. Авторы программы провели собственное расследование. Центральный рынок должен быть хотя бы один город. Точки зрения 4 года, но в обновленном виде программа работает с января 2014-го и работает по принципу о самых важных событиях политической жизни через призму реальных человеческих судеб. У программы «Точка зрения» много наград разного уровня, но самую престижную она получила впервые. Кстати, этот «Орфей» четвертый. В копилке холдинга «Медиа-9» уже есть 3 такие награды. Этот «ТЭФИ» особенно волнительным. Волнительно тем, что эту «ТЭФИ» получил наш проект, молодой проект, телеканал кабельный «Девятка ТВ». Это заслуженная, я считаю, награда абсолютно. Ребята, вся творческая команда, Артем, Влад, девчонки, они старались. Весь год они шли к этому результату. Сегодня над «Точкой зрения» работают 2 автора и несколько журналистов. Снимают, отсматривают, готовятся к интервью. И каждый участник творческого коллектива сейчас уверен, престижнейшая награда не последняя. Ольга Ракова, Ольга Величко, Сергей Лошкарев. Бюро новостей «Давеча».